Салют, друзья, с вами снова держатель микрофона Максим Исаенко. Я на играх муниципального этапа всероссийских соревнований по футболу среди юных футболистов «Кожаный мяч 2024». Сегодня в Полевском на стадионе «Школьник» пройдут игры в двух возрастных группах. Вот Петр Трушков, игрок команды «Спартак», Виктора Теткина. Проиграли 3-0, сейчас в 1-4. Чего не хватило, чтобы уверенно выступить сегодня? Не знаю, все играли хорошо, соперники сильные попались. Вот и проиграли. В дальнейшем как-то можно улучшить свою игру, чтобы в следующем году лучше выступить? Конечно, можно. Мы будем сыгрываться, тренироваться. И надеюсь, в следующем году выступим лучше. Ну сегодня с каким настроением вообще приходили сегодня сюда? Сегодня хорошее настроение, погода солнечная, прохладненько. Вот, мы проиграли, но ничего страшного. Сильно расстроились? Ну, конечно, расстроились, но не то чтобы сильно, наверстаем упущенное. Со мной тренер Академии «Дартех Кидс» Иван Киряков. Вон, сколько у вас Академия? 2-3 месяца существует только, да? И... Нет, месяц и неделю. То есть даже 2 месяцев нет. И сегодня первую такую у вас проверка боя, можно сказать. Да, да. Проверка очень серьезным и сложным боем, к которому мы не готовы. Но все-таки решили выставить ребят по обоим возрастам и попробовать посмотреть, что они могут и соперники какие у нас. Главная цель все-таки опыт, да? Чтобы не боялись потом выходить в поле и все такое. Все верно, абсолютно. Главное сейчас получить опыт и понять, какие у нас дальше планы и цели, на что делать акцент. То есть только в игре это особенно хорошо видно. На тренировках не так это все очевидно. Сильно волновались ребята перед первым турниром? Кстати, да, ребята волновались. В первую очередь сразу делились с нами, что мы плохо спали, там мы очень хотели играть. И где-то перегорели, где-то опять же волновались. Так что волнение присутствовало огромное. То есть для них это первый турнир, да и для нас тоже. Мы все волновались. Ну вот так вот. Тренерам труднее быть, чем самому играть на поле? Абсолютно сложно ответить на этот вопрос, в том плане, что везде сложно, в футболе всегда сложно. Если кто-то считает, что эта игра там просто поет мяч, нет, это очень-очень сложный спорт и сложная работа. Главный судья соревнований, президент Полевской федерации футбола Иван Моряхин. Иван Андреевич, традиционные соревнования, муниципальный этап. Сегодня 2 возраста, да, 8 команд в каждом. Третий состоялся. Хотелось бы, наверное, чтобы все 3 возраста были.
Было бы прекрасно, если бы у нас все три возрастные группы, и в них приняло участие по 8 команд. Это было прекрасно. 24 команды для такого турнира, это великолепно вообще. Было бы. Но и когда мы имеем 16 команд, и, к сожалению, одна заявилась только по 9-10 году, но это все равно прекрасно. 17 команд, которые принимают участие. То есть это популяризация, в первую очередь, вида спорта. То есть ребята разного возраста готовы прийти играть. Они хотят играть, у них глаза горят, и они хотят добиваться чего-то большего именно на футбольном поле. Ну и погода же не благоволит просто. Погода замечательная, несмотря что вот есть такой ветерочек, но он наоборот только придает сил, потому что солнце все равно немного припекает, и он обдувает и, соответственно, дает больше такую некую свежесть. Поэтому все молодцы. Хочется поблагодарить только нас всех организаторов, то есть администрацию города, центр физкультурно-спортивных мероприятий, которые никогда не отказывают. Спортивная школа нашего города предоставляет поле, ну и, соответственно, и все мы совместно, они делегируют права, и мы, федерации, стараемся провести для них более качественные соревнования. У нас в этом году даже есть, можно сказать, некий такой титульный спонсор. Это команда предложила нам нашего партнера, это компания «Сладиал», которая находится на Переславе, сладкие призы абсолютно для всех участников соревнований. То есть дети, несмотря на то, что пришли просто поучаствовать, даже проиграли у нас по олимпийской системе, они все равно, у них что-то на память, пускай небольшой такой некий приз он и остается. Да. То есть в любом случае, неважно, выиграли они или проиграли, но затем они получили это, и у них все равно лучше получилось. Прекрасное настроение, прекрасная погода и прекрасный праздник футбола у нас начался. На этом на сегодня все. В комментариях не забывайте писать, на какие спортивные мероприятия мне нужно обязательно приехать и о каком виде спорта рассказать. Это был держатель микрофона Максим Исаенко с муниципального этапа «Кожаный мяч-2024». Увидимся, друзья!